Добрий вечір, шановні друзі. Моя сьогоднішня співрозмовниця одна з найкращих радянських співачок, і не лише дуже вродлива, а ще й дуже розумна жінка. Сьогодні у нас в гостях народна артистка Росії, наша землячка, Українка Людмила Сенчина. Совєтські кінорежисери не могли не такий образ, таку красоту, такой типаж в кінофільмах. Я думаю, мало використовували, тому що ви снялися в шість картинах. Но одна из них вооружен и очень опасен фильм, после которого вы стали едва ли не секс-символом Советского Союза. То есть красавица Людмила Сенчина показала в кадре на весь Советский Союз обнаженную грудь. Это было задумано или получилось случайно? Вчера была программа со мной «Музыкальный ринг». Задали мне тот же вопрос, который уже я в течение уже сколько фильмов, 79 или какой год, вот сколько лет я отвечаю на этот вопрос вот, но ладно, как бы, вот вчера я тоже это рассказывала, там была проблема такого рода, что Ленин Сергеевич, это был первый съемочный день в этом фильме, да? да. Это был первый съемочный день, происходил он в Праге, у нас царство небесное Вайншток, Владимир Вайншток, uh -huh. вот режиссер наш, он все время болел, он старенький уже был, когда снимал эту картину, и он все время болел, и мы его и не видели, собственно говоря. Вот ему надо было в Прагу, в Мексику, здесь нет, нет моря, здесь нет ничего, в Румынию. И мы, значит, поехали первый съемочный день в Чехословакии. И мы приехали в Прагу, и оттуда еще 180 километров машины, и мы сидим на заднем сиденье, я броневой, там еще кто-то, и впереди кто-то, и едем на этот, какой-то он нашел там какой-то замок где-то там, и вот там только кровать такая стояла, значит, на которую это надо было снять. И по дороге мы разговариваем, и вот броневые у меня, он такой трепетный вот человек, он такой такой мощный артист, так, такая там энергетика. Где это в жизни? Я, я вообще ничего не понимаю. Мне кажется, артист. Вот, я да, вот вот я вот до сегодняшнего дня сама актриса, сама певица. Я не верю, что а, вот смотришь, кого вот вообще в роли, думаешь, ну он такой есть. Я не могу отделаться от этой мысли, думаю, ну нельзя так, ну... Нет, я понимаю, какие там короля Лира играет, да, я понимаю, что ну человек да. играет, что он не такой, понятно. Но когда вот фильмы смотришь, думаю, да ну ладно, ну как можно, значит, такой человек и есть. А вот Леонид Сергеевич, не не, -не, -не". это трепетный, беззащитный, какой-то наивный. Он мне рассказал вот жуткую историю своей жизни, значит, что там у него происходило, я все это... И только вот женился он на вот этой девочке, которую он милицию вызывал от нее, она поклонница его была, и, и он мне сидит и говорит, ну это не моя тайна, как говорится, но это красивые вещи, я поэтому рассказываю, потому что это красиво. Он говорит, представляешь, она, говорит, меня ждала, вот спектакль сколько идет, потом я разгримируюсь, то есть я выхожу, она сидит на лавочке. И Елена Сергеевна говорит, я вызывала несколько раз милицию, а потом, понятно, потом, потом, потом поженились, он говорит, а я теперь думаю, вот она сидела такими холодами на этой лавке, она же себе попочку простудила, она же там я это слушаю, мы едем на эту съемку, постельная сцена у нас, а он не может ни о чем говорить, кроме нее. Вот вам и артист. Нас посадили, значит, в эту койку, значит, Лохватив. начались там, давайте это, он, тра -та -та. оператор говорит, Леонид Сергеевич, ну, ё-моё, ну, ну, вам показать, что ли, ну, вот, ну, так вот ее, вы же ее, это же хозяин, это все там. То -то Желающих тут. показать было много. Да, я так мы понимала. сидим такие с ним, знаешь, два пионера разного возраста. А я а, не могла сказать в то время, так сказать, что нечем было гордиться мне в плане бюста, а мне надо было, чтобы я была сексуальной. и очень... Было не, не, не. И я дома из бинта и ваты. Сшила вот такие валики. Я их сюда подложила. Значит, и гораздо лучше себя почувствовала, увереннее в кадре. Так, кстати, тут смотрю, да, все И когда... А, а, он, значит... А он не может меня обнять, он не может до меня дотронуться. Сидит это, значит, не имфа, значит, он, у него еще, ну, понятное чувство, что, ну, как бы, ну, никак ему, короче. И он, этот, эта холодная, ледяная рука, вцепившаяся в мое плечо. Но, Жюли, если там твой этот не послушает, да я... И, и у меня там впивается в мое плечо рука, и когда он ее он не снял, а, а она у него там как-то была... И у меня падает эта штука. И первая мысль, которая пронзила меня перед всей съемочной группой, позор, не такой, это не, это, Господи, горе, там, там нулевой размер, что увидит валик этот. Ой. Я больше такого, я, не, я такой человек а, довольно-таки довольно сильно раскрепощенный, вот несмотря там, на какое-то мое деревенское воспитание, я страшно раскрепощенный человек, но не до такой степени, я, мне не страшно там что-то, а то, что увидели, что я, ну это как, вот как я даже не знаю, как объяснить, как мужику парик, у мужика парик упал бы там, ну, ну что-то вот такого рода. Я пошла там красными пятнами, ну, хороша была парочка, этот такой же. Что... То есть мы там дубли 7 снимали а, эту всю да. фигню. Извините за жаргонное слово. Вот. И вот таким Макаром начался... вы, съемки начались съемки. Вы почу почувствовали <с> себя секс-символом после того, как фильм вышел на экран? Никогда, ничем не старался. Я чувствую, не чувствую и не собираюсь. И чем дольше это будет, а уже теперь чего, то, я считаю, здоровее человек будет, здоровее психика, здоровее... Я не знаю, что еще там здоровее. Но я, я никогда не считала себя там звездой, секс-символом. Я никогда не считала там вообще про, про красоту. Даже заикаться я не хочу, потому что я вообще не понимаю, что это такое. Есть какой-то образ, на который ты... А, понятно, что твоя... А, ты, я, например, вот выхожу, сольный концерт, и я пою разные такие вот, вот песни, да? И я понимаю примерно, я понимаю. Мне могут стилисты подсказать, я могу согласиться, нет. Но я примерно понимаю какой-то образ. Я буду говорить правду. Правда, таких красивых женщин в то время не только на советской эстраде, на советском экране практически не было. Но это была солнечная красота такая, вот, вот все было хорошо. Поклонники мне больше там было, и я всегда радовалась, когда э, поклонники, которые эту небесную красоту, так как вы говорите, лицезрели, и я если видела, что их не это и не интересует, а, и, и даже не так. А если я понимала, что они увидели что-то, как вот мне, может, мой бывший муж сказал, он говорит, а, там, типа, мы там познакомились, вскоре поженились, я имею в виду Стаса Намина, и он говорит, ты, ты не понимаешь. А, говорит, у меня не то что так, такого, у меня похожего ничего не было. Ну, конечно. Говорит, я копну и я не увидел дна. Для меня это самое главное. То есть и там они, то есть байковый халат и какие-нибудь носки там поношенные Это это было самое эротическое одеяние в доме. Не дай бог, я бы одела пеньюар Я думаю, что Стас там не знаю поклонники роями бегали. Тучами. Не то, что они бегали, мне как-то к нашему берегу то, то щепка. Я как бы никогда не страдала вот от обилия поклонников. Да, они были они боялись, э, не пачками, а были какие-то высоко, высокопоставленные э, люди, которые действовали по формуле так не доставаясь жду никому, портили а вот так, жизнь, да. портили карьеру, портили все, что могли портить. Все, что я вынесла, так сказать, общение с мужчинами, которые ухаживали за мной. Мужчины боялись вас? Ты, да, наверное. Красо... Нас мало Красоты боялись. Красоты неземной боялись? Не, ну, понимаете, боятся, я думаю, что мужчины боятся больше энергетики исходящей. Они сразу... Если Они любят вот этот ландрин, эту инфантильность. То, что надо, кстати. Женщина должна быть такой... Глупость. Беззащитной, немножко неумной. Так сказать, и что-то с какой-то тайной. У меня этого нет. И поэтому, как бы, когда я открываю рот, то отпадает, наверное, может быть, остается какое-то отношение ко мне как к человеку, но э, уже перестают видеть там какие-то нюансы, которые вы называете какой-то там солнечной красотой. Ваш первый муж, Вячеслав Тимошин, был солистом Ленинградской опереты. Вы прожили, если не ошибаюсь, 10 лет вместе. Да, мы прожили 10 лет. Расстались с друзьями или тяжело расставались? Тяжело расставались, конечно, но так. Тоже вчера, вчера вот Ринга, когда говорит, а, а как вы, вот я говорю, знаете, фраза, которую я ненавижу, так получилось, так которая сами. оправдывает все, понимаете, убийство, так получилось. Я не люблю эту фразу, но именно тут так, такая история произошла, что как бы какие-то вещи произошли такие, после чего... С его как, С моей. Да. А все происходило с моей стороны, к сожалению. Вот, это вот вам себя и солнечная ругаю. красота. Да, да, я такое существо непростую. Вот. Я думаю, что такие люди, как я, конечно, просто обязаны. Я, я вообще, знаете, вот за вот эти все фильмы, дворянские поместья, половина барыни, половина барон барина. И сегодня он вошел к ней наполовину. Это, это правильно. Да два актера, личности, вот эта вся неустроенность внутренняя, как можно осуществить? Никак. Ну, это, то есть Никак. как бы оно вот так вот так получилось. Вот. И там немножко, конечно, были переживания, все такое прочее, все. Вот. Это, это получилось плохо. Я теперь понимаю, что как бы в жизни вот ничто бы не ни крутило, все пройдет. Надо все равно, вот я вот имею сегодня право говорить, что надо беречь семью, по-любому надо вспоминать, надо почитать классиков, вспомнить Шекспира. Молитвы вспоминает который... вспоминать, да? Моли... Да, уж я уж как это даже не трогаю, понимаешь, боженьку не гневить. А просто тоже Шекспир сказал, например, девочкам, говорит, вот если изменила, я говорю, что ты изменила? Я, мы не будем про полигамность говорить, мужиков да -да. там А это не надо, эти словеса все. А просто, это измена другого сорта. Я не знаю, как это объяснить словами. Я говорю, понимаете, но ну вот Шекспир сказал: может ли измена любви великой положить конец? То есть ты-ты! Это, ну, практически... И он когда волновал этот вопрос еще? Нет, я не... не ду... Я против... Я вот не без ревности вот как-то прожила. Мне весело было. Я смотрела, там засмотрелся мой на какую на красавицу. Думала, да как на нее не смотреть? Если она правда хороша с собой, я наоборот говорю, слушай, ой, какая красота! вообще умираю. Вот, смотри, какая красавица. Я, я любовалась вместе с ним какими-то женщинами. Я до сегодняшнего дня любуюсь женской красотой. Там. Я, то есть, понимаете, если, если он... Ну, ну как? ну А с другой стороны, как он узнает, что такой, как ты, больше нет и не будет никогда? Вот умная женщина. Нет, правильно, правильно. Пускай. Я от этого кайф ловила, понимаете? Да. Ваш второй муж Стас Намин. Мало кто знает, что он внук Анастаса Ивановича Почему? Микояна? Мало кто. Ну, Это так, все, по-моему, знают. Когда он тем более был музыкантом, когда была группа Стаса Навина. Вот ему палки колеса и не... делали. И именно потому, да. да, да. Это не давало никаких да. привилегий? Ничего? Нет, наоборот. И чем дальше время шло, тем больше. Потом какой-то переломный момент уже случился, когда Микоян, ну, Микоян, фабрика Микояна да. То есть, то есть как бы это ушло в историю. Она а в переломном этом моменте, вот перестройка там все дела, это был как бы. Микоян уже умер к тому времени, когда вы сошлись? Вот чуть-чуть дед, вот, да, не дождался. Не да, Стас все время говорил, ай, если бы он тебя даже. Он так у нас, говорит, была кухарка, хохлушка, говорит, самый любимый человек в доме, говорит, он был влюблен был в тебя, не знаю как. Но ко мне очень хорошо папа относился, Стас Алексей, вот, один из сыновей. Анастаса Ивановича, он очень меня сильно любил, ну, просто вот так вот, вот как папа вот любил, очень сильно. Стас говорит, я его в жизни, говорит, я его мало вообще в жизни не видел. Вот где-то писали, что э, Стас нами с вами как-то жестоко обращался, даже бил, это правда или нет? Ну, он как бил. Вот он, понимаете... Побивал. Вот, нет, нет, он... Вот сидит человек, там, ест. это может не только в мой адрес быть, в адрес любого другого близкого человека, что для меня еще больше пугало. Я-то ладно. Вот, он может, вот что-то ему не понравится, он возьмет стол перевернет, там, там, типа, ну, вот так, вот так, да, да, да. Вот С такие, характером. да, такие вот нюансы. Блин, мне не хочется об этом говорить, это скучно. Вы любили его? Ну, у меня такой в это время был э, период, э, знаете, очень плохо, когда на чувства влияют какие-то факторы. А самое лучшее, когда вот встречаются мужчина и женщина, они не знают ху из ху. Просто вот понравились друг другу. Ну, как бы, а вы кем работаете? Ну, не важно, а вы, ну, тоже не важно. И они дальше идут и развиваются какие-то. а потом они там кто есть кто. А когда вот этот флер гастрольный, когда это группа... скажем. артиста вообще ужасно. Когда ужасны. блондинка, когда история такая, за плечами, там такая, все это, этот флер он работает, это неправильная штука. И вот это идет какая-то подмена, ну, каких-то. А, я боюсь, как бы это такие уже инсинуации. Они, это, это трудно объяснить словами. Два артиста в семье. Как правило, насколько я знаю, это взаимная ревность к королям, к успеху. Сегодня мне хлопали больше, тебе меньше. И я так не далее. знаю такого слова. У быть. вас не было такого Нет, у меня Со такого не было. Нет, нет. Он никогда не ревновал вас к успеху? Он никогда не хотел, чтобы вы сидели дома на кухне, готовили хотел, ему хочу, борщ? Нет, да, нет, ну так, примитивно тоже не надо, может быть, описывать эту историю. Может, Я не считаю, борщ. что он а, мужчина, который, так сказать, понятно, кровей таких еще, так сказать, нормальных, традиционных, где женщина должна быть женщиной и быть, конечно, хозяйкой дома и хранительцей очага домашнего. И, естественно, что он этого очень сильно хотел, и никогда он этого не требовал, сказал, что все, вот, или так, или так, такого ультиматума не было, ничего не было, оно само по себе. В то время были очень длительные гастроли, сегодня там на три дня съездили. По месяцу, да, по два. Да, а там по месяцу, по два, так только вещи переложить дома, квартира в Питере, кварти... там, то есть, есть какая-то плюс, вот эти все нюансы какие-то. Ему нравилось, что жена звезда, или его это раздражало? Да ни то, ни другое. Я думаю, что ему, как теперь говорят по барабану, «звезда, да. Он там тоже как-то к этой звездности так относился. Нет, я не думаю, что его это радовали, радовало или раздражало. Никак. С ним остались друзьями? Только сейчас виделись. Все в нормально? В Москве у Фельдсмана, да. Вот. Да нормально, я не могу сказать, что мы… Мы какое-то время пытались даже, в общем, так как-то общаться, но… А тут он выкинул фордель, конечно, ну ладно. НТВ снимали бенефис uh -huh. мой и попросили его сказать несколько слов. Он пришел, а где Людмила Петровна? А говорит, она гримируется. Ну, он там как бы сказал все, что о них думает. Развернулся и ушел? Разными Я ему говорю, зачем ты это? Вот сейчас я увидела, что ты что-то добился. Он говорит, вообще не так было, неправда. Знаешь? Я не могу не задать вопрос о Григории Васильевиче Романове. Давайте мы эту тему сразу съедем. Во-первых, вообще это нонсенс. Вы поймите такую простую, элементарную вещь. Даже сегодня... Я отталкиваюсь от Захарова просто. Захаров, я его спросила только об одном. Говорю, Сережа, это же было у меня на программе. Малахов делал обо uh -huh. мне вот эти полчасика. Бенефис тоже маленький мой. И тоже цитировали мне все. Захарова, значит, он Я, Я говорю, я ему уже несколько раз объясняла, Сережа, объясни мне, зачем тебе это нужно? Ты мне скажешь, Люся, мне вот вилы без uh -huh. этой истории. Я пойму. Пожалуйста. Я, я во-первых, пойму. пойму. и я тебе помогу. Подыграю. Я таких тебе накидаю mm. вообще вещей. Ты, тебе не приснится, что я тебе расскажу, понимаешь? Да. Но я не понимаю, зачем тебе это надо вообще? Ты по пьяни побил кого-то там, администратора. Теперь ты говоришь, что тебе подстроили. Что, за, что ты гонишь? Уже сколько времени прошло, зачем эти все истории? Что он сказал? Нет, ну ты не понимаешь ты понимаешь, это как бы это, это же пиар. Это бесполезно. Это, это оскорбляет мой интеллект разговоры с Сергеем Захаровым на эту тему. Я его берегу остатки того, что я называю интеллектом. Я стараюсь беречь себя. Пусть говорит, ему нравится. Маме не веселей. Пусть говорят. Пусть говорят. Как вы познакомились с Тальковым? Стальковым мы познакомились, значит, я уходила от Анатолия Семеновича, я сделала такую штуку, и он когда уже вот умирал, Анатолий Семенович, мне, конечно, ребят сказали, давай, он говорит, так тебя ждет, и я вот последний раз его видела, я приходила к ним, когда он уже очень, его уже из больницы выписали домой. Вот. А до этого, значит, ну там какие-то, я не помню, знаешь, ну этапы, этапы. Время идет, какой-то репертуар. Я уже у Батхина Петрова напелась, всего напела, значит, мне захотелось как-то джазик какой-то свой, то, то, то-то. И в это время я подаю заявление, я ухожу из, оркестр, из оркестра, прихожу к директору им концерта и говорю. Дайте мне каких-нибудь, найдите мне музыкантов, я хочу, значит, свой. А он говорит, слушай, распались поющие гитары пополам. Анатолий Васильев uh — -huh. это одна сторона, и там эти самые. Вот дай, вот Анатолий Васильев, он же профи, он суперпрофессионал, он тебе создат группу. Я познакомилась с Анатолием Васильевым, он говорит, да, хорошо, все, вот сейчас прямо приступаем, так сказать, к поискам музыкантов. Привозит потрясающих музыкантов. То, что было у меня в первом составе, это супер. Это, я только потом я узнала, кто это вообще. Сравнение. Люди, да. да, люди. Вот. И один из них, раскачиваясь на стуле, сидит, такой, у меня встретил на репетиции. Вот свитер здесь, жирное пятно. Я захожу, думаю, кто же еще за... Что это? А, Анатолий Васильевич говорит, это знаешь, такой талантливый человек из Москвы. Говорит, я его из Москвы. Вот нашел ты Игорь Тальков. Мы познакомились с ним. Потом уже мы делились, какое у нас было друг от друга первое впечатление. Вот. Он начал жить у меня в квартире. Вот. Он жил у меня там где-то, ну, не знаю, там недели две. Вот. И потом мы ему добились общежития. Но он как бы, ну, где-то он выписался из Москвы. И не прописался что и, в Питере. И, да, его иначе не брали на работу, надо было прописаться сюда. Мы И мне вот, 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 это были те, так сказать, водные лыжи, на которых нас у -у 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 выживали из этого города, так сказать, руководство. Выживали? Да. Я, мне говорят, а мы не можем его прописать в общежитии, потому что там потолок обрушивается. тоже что, забито людьми. Это забота людьми. об артисте просто. Да. Да. да, да, да. Я не поняла, понимаете, вот. Короче, а это, я говорю, а у меня костюмерша вот получает там 70 рублей, ну вот, вот например, у Эдиты Станиславовны там 200, у меня 70, ну хотя бы 80 я сделаю. Нет, у нас нет ни афиш, ни платни, ничего. А денег несете сколько положено? И, да, стадионы, так, а мне еще нравится эта норма, я всем, вот, кому я не рассказываю, никто не может понять, я так сама не думала, угу. какой смысл там был, что не разрешает больше 8 концертов угу. в месяц. То есть я собираюсь стадион, получает 30 рублей, там, 147. 47. Битков я, я никогда этого не пойму. Я не хочу себе голову сегодня забирать. Уродливая система. Это кошмар. И, короче говоря, подаем всей группой заявлений. А в это время у нас собирается совет в филях, значит, приходит Володя Дубовицкий, приходит к Стасу домой туда, мы все собрались, думаем, что делать, значит. Вот. И Володя Губавицкий говорит, давай к Володе Рубину в Магадан. Я говорю, как? Он, а какая разница, где будет? Ну, короче. Мы Прописка. Да, мы все, значит, Игорь выписывает у меня из, опять из общежития. С этого. Все мои выписываются из квартир. Ну, тогда была какая-то сохранная такая у -у -у. штука, сертификат. У -у -у. Выдавался, что квартира за тобой. Вот. А меня, не, а меня не, не подписывают заявление об уходе. Очередная, так сказать. Ну, вызвали в Смольный. К, К Галина Семеновна Пахомова очень, так сказать, спрашивала, а что это вы ножкой топаете? Что вам аппаратуру это не дали? Это идеология, да, секретарь? Я говорю, да Нет, по культуре. Угу. Я говорю, я не топаю, я просто уезжаю. Ну как? Ну, мне нужно людям платить деньги, они работают со мной. Ну, как? ну так, в общем. С трудом, но все получилось, отпустили. Вот так в моей жизни появился Игорь Тальков, с которым мы Бегали, плавали, дрались, там первый какой-то немножко, чуть-чуть там был влюблен, ну это естественно как был первый Был влюблен все-таки? Чуть-чуть, да-да-да Признавался да. в этом? Нет, нет вы не поверите, это, это понимаете, бесполезно Рассказать людям, потому что это, ну, бесполезно Это я, я прекрасно понимаю, что это Может понять такой человек, как я, там, или кто-то Вы его называли было? подружкой своей Да, я всегда говорила, что это моя подруга И неужели можно вот мужчина с женщиной Постоянно вот, не рядом повер, и, вот, и, и, Не и... поверите, да, вот мы Вот просто кошка, ни разу между нами Искорка там даже не Я видела там какой-то, может быть, первый Какие-то такие у него, но он так Он же, он же очень такой очень, да? он, он такой полетный человек И ему нравилось сама просто вот, ну, проводить время и все, и от этого ясно, что какие-то, вот может быть, чувства там, там у него, так сказать. Но это быстро, как бы, ну, во всяком случае, больше об этом вообще я даже намекал. Вам не он была. нравился, как мужчина? Я не да, я его да, вообще не восп... я не понимала, что такое. Пятно я... на свитере, все. Нет, не в этом дело. Просто, ну как, Игорь, Игорь, горюха Игорюха, ну как, вот причем здесь мужчина. То есть есть мужчина, это мужчина, а Игорь, это Игорь, там, или кто-то кто то в моей жизни. это. Талантливый он был? да, это, как сказать... Ну, как говорят, такая вот шаблонная фраза, что талантливый человек талантлив во всем. Это полностью, можно сказать, про Игоря. Потому что, понимаете, это вот, это очень устраивающее меня мировоззрение. Я не, никак не классифицирую это талант или там одаренность, или там что-то такое. Это вещи, которые вот так вот летают, и я не хочу называть их никак. Вот. Это, это был человек, ну как вот, когда а одной и той же формулой воздуха дышишь. Вот, вот это для меня очень важно. Вы ходили, взявшись за руки с ним? Да, то есть мы в за руки, мы в обнимку, мы могли мыться в ба... Мы плавали голые в бассейне, мы ходили голышом купаться в море в Сочи, а бегали мы как... Жемчужина. Я живу в Жемчужине. Игорь я всегда брала с собой. Мне там ребят селили где-то в другой гостинице. Там. А она... Значит, я всегда, чтобы Игорь музыкальный руководил, чтобы он жил в Жемчужине. Вечерок. Еще не было адидасов, пумы, всего прочего, там какие-то с начесом зеленые штаны, значит, какие-то там эти самые, там кеды, все полотенце, сюда какой-то старый свитер один, чтобы пропотеть. И мы Там ходят леди, аромат духов. или И всего вида... И мы, набегавшись, значит, под градом, лифт, открывается лифт, там мэны стоят все там навороченные, женщины в шикарных платьях. Он быстро в угол, я бум в угол, у меня с собой закроют. Я говорю, ой, я умираю. Под градом льется, мы там по номерам быстро душ принимаем, идем, и цел, до, до пяти утра мы на пляже. А берем там это самое, Я идем ничего купаться. не понимаю рядом с такой женщиной ну плавать, но мы... бегать и никаких вообще... Ну, понимаете, ну это же все от головы идет, это все остальное, все, что идет не от головы, это неинтересно, не, не, я думаю, что не Игорю, не ни мне, никому вообще нормальному человеку. Это все... Он заставил вас похудеть на 19 килограммов, да? Да, я весила а, где-то, я не помню, сейчас не буду говорить, но предположим, там 76 или 78 а где-то через годик, через полтора у меня было 49, 50, 51, потом 49 и так далее. У вас был директор, э, директором Валерий Шляфман. Да. И когда вы расстались с Тальковым творчески, он его забрал себе. Ну, там немножко не так, сказать, получилось. А там получилось так, что а вот когда я начала работать с, с Володей Дубовицким, это как же группа-то, господи, у нас называлась где Ира Олегрова вот начинала? Да-да-да, Электроклуб, да, да, да. Электроклуб. Тухманов там да, писал да, да. музыку. Я не знаю, кто он. Я, в общем, он еще не писал, это, это только начало Электроклуб. было. Электроклуб. И мы на, на очередном совете в Филях, было принято решение меня сделать паровозом, значит. И вот мы поехали там, это Хабаровский, Южно-Сахалинский, Биробиджан. Все это мы поехали в жуткие, страшные, по четыре концерта в день поехали. И условия, наверное, те еще. Да нет, нет, ничего, нормально, все было хорошо. Вот у меня, значит, концерт, концерте. И я, боясь потерять ценного работника, брала его с собой. Работать, и чтобы ему платили. И у меня, значит, так, начинался концерт. Пела Ира Грова одну песню. Игорь Тальков одну песню, и они вдвоем дуэт. И после этого выходила, значит, я и там... это Выходила уже, Людмила Петровна. Да. И, значит, я не... я такой легкий человек, я... Вот я не смогла прочитать какие-то моменты, что... Потом Тухманов появился. И Игорь, он же человек нормальный, он дружит со всеми. Ну как, мы их шутим, там, я не знаю, мы... Кстати, вот Володя Дубовицкий — это первый муж угу. вот и, Он страшно... А, а, остроумный человек. Ну во всяком случае на меня это попадало очень сильно. Он знал это, знаешь, когда человек видит, да, что да, другой да. колется да, вообще да. насмерть. То есть и там еще я ползала просто под кресло каждый. Меня он доводил просто. А тут еще Тальков и все эти наши разговоры. Мы не прерывали, то есть и, и чай себе сделал. Ну у нас было классно все. Усталость и не чувствовалось. Но Тальков дружил также и с этими, с этими, с этими. И они потом в Москве все уже, а я все-таки в Питере. И как-то там вот эти вынурнили чистые пруды застенчивые да и Игорь мне говорит я ухожу пытались мы с ним поговорить Стас говорит давай я тебе помогу давай я тебе там ну как-то нет вот все нет и ушел он ушел и шло время у меня появилась другая группа потом у меня появилась еще другая группа потом у меня еще поменялись музыканты потом я их вовсе без них потом у меня опять и а, была такая Нонна нестеровская редактор на Центральном телевидении. И она меня познакомила, говорит, вот мой, 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 мой друг, этот мальчик, вот которому я помогаю, Людочка, вот это-то-то-то. Это, это, вот, и на вся ситуация такая. <laughs> она тоже с нашей, нашенькая, так сказать, с наших краев, в смысле с Украины. <coughs> и <coughs> таким образом <coughs> мы познакомились с Валерой Шляфманом. И поехали в какую-то поездку, вот. Но она поехала, зачем mm -hmm. я не знаю, там. И я начал концерт. вот первый концерт, ну просто так, как вот сегодня администратор любой делается концерт. Мы поехали и как-то так вот само собой, как бы начало получаться, что еще один концерт, потом еще пять, потом еще десять, вот, потом еще пятнадцать и так далее и так далее. И мы стали работать с ним. И а, тут, когда была программа про Талькова, НТВ делала года три или четыре назад, мы вообще, конечно, с директором просто, ну умирали от, от смеха. Я говорила часа четыре, четыре. Показали? Нет, это тоже показали. Это ладно, понять. Я с ним перед, что там формат какой-то. Понятно, uh -huh. что ну надо из всего бы была выбрана. Значит, что я говорю в кадре? Один раз я там то, ну, понятно, что похудела, что дружили и все. Значит, а вторая это что? Да, Валерий Шляф он был моим директором и лучший директор у меня никогда в жизни не было. Все. Я не против этих слов. Я их говорила и подтверждаю их. Но это же было в контексте а он Понятно. важнее, чем эти слова. Только его переманил потом? Нет. Как получилось, Валера что он сам, стал Валера сам очень как-то так... И он... Я не знаю, что там... Понимаете, если б я... Когда меня спрашивают про смерть, про вот это, весь этот ужас, если б я что-то знала или предполагала на основе чего я вообще не понимаю ничего. Говорят, Валера, да, но я не могу... улучшаться. не, Я вот не могу сказать «да» или «нет». По-моему, вот как я видела ситуацию, Валера в него просто был влюблен, для него это идол, и он, знаете, как бывает, артист нравится. Да, да, да. И у Валеры такой был момент, наверное, что он как бы нельзя так не поступать. Например, со мной было. Я не знаю, как он там с Тальковым поступил, но со мной так точно было нельзя поступать, потому что в Евпатории мы приехали на гастроли, туда же приезжает Тальков со своей группой, и происходит такая история. Значит, Валера делает Тальков на гребне, угу. а у меня упадок немного. И в Патуре это деревня. Да? Господи, пусть не обижается и в Патуре, не обижается. Большая деревня, чтобы не обижалась. Короче, ну в ту пору, во всяком случае. Значит, Сейчас это уже очень большая концерты, деревня. Концерты, например, ну числа не помню, там пятое число Сенчина, шестое Тальков, седьмое Сенчина, восьмое Тальков, девятое Сенчина, десятое Тальков. Валеры на концертах нет. А вы понимаете, что организационный вопрос? Конечно. Тальковцы там разнесли, они ставят аппаратуру как хотят, то есть они ее не хотят убирать. То есть начались проблемы. Валеру я не вижу вообще. И, так сказать, поскольку человек дружит с различного рода интоксикациями, он все время на 15 сантиметров от пола ходит, как бы, и Валера заходит, все, все, и, и он при... Алло, вот мы с Игорем хотели к вам вот на пять концертов. То, есть я не... Я очень... Я когда опасность или что-то такое приходит, я очень сильно успокаиваюсь. Я могу орать так, там, когда я люблю человека, когда я с ним нам говорю, а ты А здесь все ясно. когда все, я начинаю тихонько говорю, Валера, давай как-то уточним наши взаимы. Он, Людмила Петровна, ну можно я поработаю немножко с Игорем? Я говорю, так а, уже третий концерт не может мой нормально пройти. Я говорю, ты уже раз...» Я говорю, «Не, подожди. Ну, в общем, такая не разберешь. Короче, там дальше произошла история. А необъяснимая. Я когда-нибудь, конечно, это, так сказать, на меня очень обиделся сын Игоря. Он со мной... Я пыталась реабилитироваться, как-то что-то ему объяснить. Бесполезно, там какая-то прям стойка вообще образовалась. И я не хочу его травмировать и трогать. И, и когда-нибудь я как бы расскажу всю эту историю, что дальше произошло. Крайне поразительная, потрясающая ситуация. Вот. И я не знаю, насколько в ней был сильно виноват Шляфман. Понятно. Вот, вот дикая ситуация, вот, и там как бы так получилось, что мы же, когда организовывается группа, в то время у нас так было принято, мы все вкладывались на инструменты. Ты уходишь, ты забираешь свою долю. Да, да. Вот тут все были отняты, инстру... то есть там, там произошла просто драматическая история, вот она пролонгировалась еще отъездом моим из Москвы, там были очень неприятные, всякие, очень крайне неприятные моменты. И я сижу во Владимире ровно через месяц и узнаю эту историю. Я только видела одно, что Валера Шляфман ходил с подносиком. Он мы книгу я же видела по человеку. Так не сыграю. Зачем? Когда человек что-то уже надумал или ему дано указать, я не знаю, там не хочу даже на эту тему говорить. Он ходил, понимаете, как влюбленная женщина. Он хотел, мы книгу будем писать. Мы то-то-то, та -та -та! все там мне докладывались, и говорит, слушай, ну вообще там чокнулся, говорит, вообще ходит там. И он там драться лез, там, не дай бог что-нибудь, Талькову, чтобы, чтобы малина свежая, чтобы сметана свежая, чтобы то та -та, -та, та та такой прямо, ну, квочка такая. Вот, и у меня ревности не было, но как не было, то есть я всегда, ну, как бы реально смотрю, что я теряю. Не, не кто-то находит, а я теряю. Хорошего директора, который обеспечил меня, очень хороший Малиной и сметаной. Да, да, малиной и сметаной, Да. Вот, кстати, тоже немаловажно, когда тебе утром все приносит сам лично, никаких там официанток ничего. И вот я жила у него в квартире, приезжал, останавливался, меня никогда в гостинице не не селил. Я жила только у них с Любой. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была дуже вродливая и дуже разумная женка, народна артистка России, наша землячка, украинка Людмила Сенченко.